На заседании Рязанской городской думы основным вопросом стало обсуждение изменений в генеральный план Рязани касательно территории парка Морской Славы в микрорайоне Конищево. Напомним, что местные жители и ветераны флота выступили с инициативой построить храм в честь равноапостольного князя Владимира Святого и флотоводца Федора Ушакова. На прошлой неделе состоялись публичные слушания, по результатам которых большинство участников поддержали изменения. По плану под строительство двухэтажной церкви отводится участок в 1200 квадратных метров. К территории парка Морской Славы, по информации администрации Рязани, присоединят гораздо больше участок земли, примерно в 6000 квадратных метров, и высадят около 400 деревьев. Финансироваться работы по благоустройству будут как из бюджетных средств, так и на деньги благотворителей. То, что касается территории непосредственно парка Морской Славы, то здесь будет проведена работа очень серьезная по улучшению благоустройства. И действительно, горожане получат то место, куда будут с удовольствием приходить, и где все будет в комплексе. То есть и морская тема, и храм-памятник, посвященный великому русскому флотоводцу. Я считаю, что это необходимо для города, необходимо и для этого района. Согласно новой концепции развития, парк Морской Славы будет разделен на 4 зоны – мемориальную, зону отдыха, игровую для детей и спортивную. Депутаты, с учетом результатов публичных слушаний, утвердили изменения в генеральный план Рязани. И, возможно, уже скоро в парке Морской Славы появится православный храм в честь святого князя Владимира и адмирала флота Федора Федоровича Ушакова.